Сегодня, 26 февраля, в 9 часов утра, состоялось заседание комиссии ТЭП, которая рассмотрела вопрос, связанный с прогнозом по ухудшению погодных условий на завтра, на 27 февраля. И эти ухудшения погодных условий будут сопровождаться интенсивным снегопадом, понижением температуры и усилением ветра. По решению заседания комиссии ТЭП было принято решение о том, что завтра будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Все наши службы, кроме тех, которые по своему штатному, как говорится, расписанию имеют дежурные службы круглосуточные, это как городские дороги, это как наши энергоснабжающие организации. Также будут привлечены на завтра и организации, которые имеют тяжелую технику, потому что по прогнозу общий объем осадков будет свыше 20 сантиметров снега, и, соответственно, придется уже привлекать технику тяжелого типа. Конечно же, комиссия обращается к автомобилистам, чтобы они не выезжали на личном автотранспорте. Призываем одесситов пользоваться общественным транспортом, что позволит, во-первых, обеспечить убираемость улиц, то есть когда автомобили не будут заполнять проезжую часть, техника, наша тяжелая техника сможет хорошо отрабатывать и обрабатывать проезжую часть. Призываем также автомобилистов не оставлять свои автомобили на проезжей части у тротуаров. В случае острой необходимости лучше, наверное, все-таки поставить его на тротуаре. Также мы обращаемся к руководителям предприятий всех форм собственности, чтобы они обеспечили, согласно правилам благоустройства, уборку снега вокруг своих предприятий, согласно дислокации. Обращаемся, конечно же, и к пожилым людям, к пенсионерам. По возможности сегодня пусть закупят какие-то продукты или лекарства, которые необходимы для того, чтобы в случае непогоды завтра ограничить выход на улицу и, соответственно, может быть, сберечь свое здоровье.